Санитра. Планировать результаты на Олимпиаде нереально. Юрай Санитра рассказал о состоянии мужской сборной Украины по биатлону. Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра уверен, что спортсмены, вернувшиеся с чемпионата Европы, успеют вернуться в оптимальную форму к старту Олимпиады, но прогнозировать результаты не взялся. После чемпионата Европы мы выезжаем в хорошем состоянии, психологически готовы. У нас еще есть 10 дней, чтобы хорошо акклиматизироваться в Пхенчхане и подготовиться к первому старту. Я иду уже на свои 6-е Олимпийские игры. Прекрасно знаю, что планировать результаты на играх нереально. Думаю, что мы готовы так, как надо. Сделали все в тренировочном процессе, чтобы оптимально выступить в Южной Корее. Для меня будет лучший результат, если ребята покажут свой максимум. Если так будет, то будет и хороший результат. Я работаю с командой уже второй год. Думаю, климат в команде с первого дня был хороший. У ребят между собой хорошая коммуникация, да и с тренером тоже. Это большой плюс для потенциально хороших результатов, ведь если в команде есть психологические проблемы, то это влияет на концентрацию и выступление в гонках. После чемпионата Европы ребята, которые там выступали, вернулись уставшими, но есть время для того, чтобы вернуться в оптимальную форму. Они все готовились по одной программе. Будем смотреть, кто в какой дисциплине будет стартовать на Олимпийских играх. Главное, чтобы все было хорошо и никто не заболел, рассказал Санитра в интервью Апершей. Ранее сообщалось, что первые украинские спортсмены уже прибыли в Пхенчхан, где пройдут зимние Олимпийские игры 2018. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.